7 ноября многие россияне вспоминают сложный и даже переломный период в истории своей страны. Ностальгия, конечно, дело хорошее, но как раз те, кто в силу убеждений или обстоятельств вынужден сегодня работать, снова в прямом смысле слова идут в обход. Маршруты троллейбусов идут по параллельным улицам. Революция, День Согласия, традиция, то ли выходной, то ли нет – примерно такие слова и словосочетания прозвучали в этот день от наших респондентов. Точных формулировок почти никто не вспомнил, но на каком-то генетическом уровне почти все уверены – помнить надо. Наша история, как же мы не знаем, мы выросли на этой истории. Вы считаете, отмечать нужно? Нужно, обязательно. Не знаю, народу посмотреть, мне он не нужен. Вы знаете, сейчас любого молодого человека спросить, они вообще-то этого не знают. Мы-то знаем, что 7 ноября отправляли наших солдат на войну. Кому нужен, кому? А вам? Да нужен. Но зачем не знаете? Чтобы ну было. И только небольшой процент опрошенных знал, что на центральных улицах сегодня общественного транспорта можно и не дождаться. Очень неудобно. Очень неудобно для народа. Нет, неудобно. Неудобно? Пешком добираетесь? Да. День забыла. Что за день, не помните? Нет. 7 ноября о чем-нибудь говорит? День согласия, примирения, ничего? Октябрьская революция, что еще? А вот это да. Молодежь спешила по тротуарам, сетуя на долгую незапланированную прогулку. На фоне этого неспешная процессия участников мероприятия казалась еще более странной. Пожалуй, только старая гвардия и помнит, что случилось 7 ноября 96 лет назад. Сегодня одни соглашаются, что праздник нужный, другие примиряются.